Конторы имеются 18 единиц колесных и гусеничных бульдозеров. Общая стоимость этих бульдозеров составляет 18 миллионов долларов. Колесные бульдозеры, они более мобильные, быстрее. В основном мы их используем для того, чтобы зачищать подъездные пути к забоям, почищать откаточные дороги. Ну а гусеничные бульдозеры у нас задействованы на работах на отвалах, работах по строительству дорог, капитальных дорог. Гусеничный бульдозер от фирмы Caterpillar марки КАТ-Д10Р. Масса данного бульдозера составляет 68 тонн. Высота данного бульдозера 4 метра 34 сантиметра. И ширина его составляет 5 трещин. Вместимость отвала 22 куба. То есть он за один раз может толкать породу объемом 22 куба. Гусеничный бульдозер рассчитан для выполнения работ в тяжелых условиях. Также гусеничный бульдозер может работать на крутых склонах, в тяжелых условиях. Он может сам разрыхлить твердые почвы и выполнять дальнейшие работы отвалом. Колесные бульдозеры тоже фирмы Caterpillar марки КАТ-834H. Предназначение данного колесного бульдозера, она обширная, используем для строительства и поддержания откаточных дорог. Также убираем просыпи на дорогах и почищаем рабочие зоны экскаваторов. На нем работать очень легко. Он один из тех техники, которые работают не руль, а джойстики тут. Оператору очень удобно. Тут очень хорошая шумоизоляция, тепло. В общем, все условия для нашей работы. Мероприятия по техобслуживанию, по текущим внеплановым ремонтам. Это все в денежном выражении в месяц выходит на одного бульдозера примерно 300 тысяч долларов.